хорошего настроения, бодрости и такой заряд положительной энергии на весь день. Наклоны, приседания, зажигательная музыка. В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха стражи порядка вместе с представителями общественного совета при ОМВД организовали утреннюю зарядку для всех желающих. Конечно же, самое главное цель этого мероприятия – это рассказать о том, как здорово заниматься спортом, как это модно, стильно, как замечательно зарядиться с утра позитивом от физических упражнений. На всероссийскую акцию под названием «Зарядка со стражем порядка» пришли и юные профессиональные спортсмены. Ребята из нескольких спортивных школ Одинцовского округа. Наш городской округ, как никакой другой, подходит для этого. Это и наличие парков, экология. Большое количество спортивных объектов позволяет заниматься практически любыми видами спортивных активностей. И администрация, и комитет спорта всеми силами стараются в этом помогать. Спортивное событие также приурочили ко дню физкультурника. Все участники остались довольны и получили массу положительных эмоций. Ольга Дмитриева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».